Дознаватели выясняют причины пожара, который произошел сегодня в доме номер 16 по улице Ленина. Сигнал о возгорании поступил в 11:20, и через пару минут на место прибыли сотрудники пожарно-спасательной части. Подробности в сюжете Александры Литковой. На первом этаже здания находятся магазин и офисные помещения. На втором и третьем расположены квартиры. Планировка дома коридорная. Я вот шла, просто шла уже обратно домой и вижу машин много. Ваша квартира сильно пострадала? Нет, она не пострадала. Она не пострадала. В общем-то, только запах. В тушении пожара были задействованы 18 сотрудников и 5 единиц техники. На ликвидацию огня у спасателей ушло 20 минут. Первоначально у нас объявлялся повышенный номер 1 БИС. Значит, резервный караул дежурный был, значит, скажем так, вызван у нас из дома. Ребята, которые свободны от несения службы. Но, скажем так, это не потребовалось. Пожар был на начальной стадии ликвидирован. В квартире пострадала система отопления. Дом отключили от водоснабжения. Также отключено электричество. По информации сотрудников МЧС, возгорание произошло на кухне в этой однокомнатной квартире, где проживала молодая семья. Молодой человек с ребенком успел сам эвакуироваться и был доставлен в окружную больницу. В результате пожара квартира сильно пострадала. Погибла кошка. Трагедия могла бы быть и больше, ежели бы, скажем так, это все дело произошло в ночное время. Почему? Потому что нам поступали сообщения от жильцов, что там заблокированы были дымом, значит, жители в соседних квартирах. Значит, они были выведены. Сейчас пока количество их не могу, но приблизительно где-то около 3 человек было выведено пожарными подразделениями в спасательных устройствах с 3-го этажа. Значит, ну, а так, скажем, пожар остался в тех размерах, которые он принял на момент нашего прибытия, поэтому дальше никуда не распространился. Причины возгорания выясняют дознаватели. Александра Литкова, Владислав Ткачев, телеканал «Север».